была настроена после проигрыша в первом раунде, когда мы проиграли на выезде. Ребята разозлились, просто показали, как мы можем играть, и поэтому такой счет на табло. И готовность, конечно, и со злостью, и с мастерством, и с желанием, со всем вместе, понимаете. Но это спорт, мы рады, конечно, но без проигрыша никуда, всякое бывает в жизни. Вы начали неплохо, потом просто по всем показателям провалились. Три четверти просто провал. Ну, Шелекет, конечно, наш, можно сказать, не порадовал. 9-7 трюльников. Понятно, что мы знали, как против него играть, но ребята что-то не справились. В общем, неудачная игра для нас. Старались, но был там момент, конечно, можно переломить было, но опять провалились. За счет своих больших передней линии просто затоптали нас и все из-под кольца, в принципе. За счет маленьких они много играют, забивают. Тут, в принципе, и Ковенко, и Нестер, все здорово сыграли против наших. Работались, когда втянулись в такую игру, но вот. Более-менее все как бы начало налаживаться, ну и как бы потом заиграли так, как мы должны были играть, такая, какая была установка на игру. Вот. Ну и очень приятно, да, когда эта установка выполнена и получили хороший результат. Очень тщательно готовились, было время, вот, разобрали все взаимодействия родников, вот, поэтому играли от защиты и как можно быстрее переходить из защиты в нападение. В принципе, эти моменты нам давали сегодня, да, довольно-таки много мы забили легких очков и быстро прорыва, и с транзиционных пик-н-ролл. Я всех ребят поблагодарил в раздевалке за то, что выполнили все, что мы тогда о чем договаривались. Молодцы.